празднит час. Половина первого, 7000 на мотор. Гул в башке, в глазах туман. А во мне две бутылки белого, штрафная 2 под 100. И еще один стакан. Нет соображения, глюки без конца. Два изображения одного лица. Как нелегко чуть живым идти по улицам кривым. Через кусты, через бордюры по прямой. Но я пилот боевой, мне это дело не впервой. Я путь на базу знаю, как себе домой. Лег на курс от стены к забору спит автопилот. Он наглец, наверное, пьян. Связи нет, на нуле приборы. Как выйти на крыло? Без винта и без руля. Головокружение, что прокажется. В луже отражение моего лица. Во всей парадной красе ползу по взлетной полосе. Разбег, отрыв, и над газоном я парю. Перед подъездом вираж, свечою на 8-й этаж. И у порога сделал мертвую петлю. Мой полет. Где-то здесь стоял диван. Спит ангар, вроде все в порядке, но меня диспетчер ждет. Значит, вновь ночной таран. Мне с размаху что-то в голову летит. И разбор полетов, ой, трудный предстоит. Меня зажали в коридор. Мне истребитель в хвост пристроился с ведром. Бомбардировщик с метлой идет на бреющем за мной. Вот так встречает нас родной аэродром.